Доброго времени суток, с вами Electronic Craft. Сегодня мне принесли на ремонт вот такой вот компик на 400-708 сокете. И при визуальном осмотре я увидел вот что. Пухшие конденсаторы. Здесь вот три штучки. И вот здесь один. Вот он. Их под замену. На блоке питания чистенько, никаких спухших конденсаторов нет, все нормально. Мы его только почистим, смажем вентилятор или поменяем, и он дальше будет работать. Ну а здесь поменяем конденсатор, естественно. И вообще хозяин жаловался на то, что при загрузке операционной системы появляется какая-то ошибка. И потом синий экран. Еще не включал, не видел, не знаю, не могу ничего сказать. Сначала будем менять конденсатор, а потом уже будем тестировать. В процессе замены конденсаторов я еще вернусь. Пока все. Ну вот, достал я эту мультивиночку. Старенькая она, конечно. Ну, люди попросили ее восстановить. Поменяем вот эти кондерчики. Вот еще. Как мы их менять будем, я не буду показывать, потому что это все очень просто. И, по-моему, по замене кондеров на материнской плате в Ютубе очень много видео. Когда будем тестировать, я покажу результат. Да, кстати, процессор Intel 478 сокет. Сейчас, может, если будет видно. Ну вот такой здесь процессор. Ну вот, мы забаяли материночку, поменяли кондерчики. Я сейчас покажу. Вот он один. Вот они. И три поменянных кондерчика. И еще вот она, 4. Все работает, все завелось первого раза, все классно. Сейчас проверяем, тестируем броски диск. Пока вот он чистенький, потом мы его заярасим на всякий случай и будем проверять оперативную память. Смотрите наш канал на YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь, будет очень много интересного видео. Если кому будет интересно, как я запаивал кондеры, я это покажу. В комментариях можете написать. До новых встреч. Пока-пока.
Ну вот мы забаяли материночку, поменяли кондерчики. Я сейчас покажу. Вот он один. Вот они. И три поменянных кондерчика. И еще вот он один. Четыре. Все работает. Все завелось. Первого раза. Все классно. Сейчас проверяем. Тестируем жесткий диск. Пока вот он чистенький. Потом мы его заярасим. На всякий случай. И будем проверять оперативную память. Смотрите наш канал на YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь, будет очень много интересного видео. Если кому будет интересно, как я запаивал кондеры, я это покажу. В комментариях можете написать. До новых встреч, пока-пока.